честь Дня спасателей молодежное крыло партии «Аманат» «Жастар Рухы» организовала для школьников экскурсию в пожарной части. Старшеклассники пытались на скорость надеть экипировку, знакомились с инвентарем и даже прокатились на пожарной машине. Об эмоциях и впечатлениях ребят от нового опыта в материале моих коллег. Попробовать себя в роли спасателей. Такую необычную акцию для школьников Усть-Каменогорска организовало молодежное крыло «Жастар Рухы» Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Аманат». Перед театром на параде спецтехники ребятам рассказали о профессии, разрешили примерить снаряжение пожарных. Ведь только за этот год на счету спасателей региона более 3000 выездов, сотни эвакуированных людей и почти 200 спасенных жизней. За сухими цифрами стоит слаженная и командная работа всех подразделений. Благодаря спасателям люди чувствуют себя под защитой и в безопасности. И, конечно же, самые бурные эмоции и восторг вызвала поездка на высокопроходимой технике. Тем более, что за рулем находился водитель АС. Многие уже ученики поделились своим мнением, проявили интерес и сказали, что в будущем они хотят именно связать свою судьбу именно со спасательной деятельностью. Такие акции должны проходить. Спасибо большое нашему молодежному крылу «Жастар Рухы». Я думаю, что в дальнейшем акции будут продолжены. Такую же акцию партийцы организовали и для павлодарских школьников. Детям провели экскурсию по пожарной части, ребята тренировались на скорость надевать экипировку. Было интересно и мальчикам, и девочкам. Работа спасателей, она очень важна, потому что у них есть свои особые умения, у этих людей, которые работают, свои особые способности, которым они учатся, долго учатся. И мне кажется, это очень важная профессия. Они спасают жизни людей, жертвуя своими. Это очень важно. Когда дети приходят, в первую очередь они удивляются. Мы воспитываем детей, чтобы у них были патриотические чувства к родине, к работе. И знали, чем мы занимаемся здесь. Для павлодарцев минувшее лето, к сожалению, запомнится масштабным пожаром на территории природного резервата Ертыс-Ормане. Там наши огнеборцы работали и днем, и ночью. Дети – это будущее нашей страны. И сегодняшний мастер-класс, он прививает любовь к родине, прививает военно-патриотическое воспитание. Очень важно детям видеть наших героев, которые оставляют свои семьи и защищают нашу родину от разных напастей, от разных бедствий. Сами дети говорят, что, окунувшись в работу спасателей, стали еще больше восхищаться их профессией и отвагой. У некоторых из них даже появилась мечта стать пожарным. Раиса Моргунова, Ирина Якунина, Астана Таймс.